Так, я сейчас буду пятна выводить, потому что вот это мужья летняя рубашка. И последний раз, когда я ее стирала, как раз он уже не носит летние рубашки. Но вот это вот, видите, вот при стирке, не знаю, или это до стирки появились вот эти три пятнышка, или после стирки, я даже, честно говоря, не знаю. И уже три раза стирала, пробовала с отбеливателем, со всеми белыми вещами, и не выходят вот эти пятна почему-то. Я не знаю, что это, откуда они взялись, блин, что это за пятна. Я мужу говорю, наверное, до стирки ты чем-то обляпался, может быть, что-то жирное, может быть, какое-то машинное масло или что. Но он говорит, вроде нет. Короче, вчера купили вот такой вот Smacchia Facile. Это итальянская такая вот жидкость. Короче, вот на эти загрязненные пятна прямо вот так вот наливать. И посмотрю, я хочу попробовать, что получится. Муж говорит, прочти инструкцию. Я, короче, вот попробуйте то что-то посчитать. Да, вот так вот. Я близко, конечно, не могу считать. А, кстати, на камере можно прочесть. А вот именно когда глазами беру, близко не могу. Мне надо подальше, а подальше сильно маленькие буквы. Ну, в общем, я поняла, короче, что как и делать. Смотрите, вместо лупы, камера вместо лупы. Да, лучше видно, конечно. Все, сейчас я открою, попробую. Ну-ка, вот так вот. А, какая, она как немножко, как гелевая. Так, сюда еще. Так, и на это пятнышко. Все, вот так вот я оставлю. Надо вот этот поправить, потому что она получается на крышке. И чтобы попало на это пятно хорошенько. Вот какой-то у меня сегодня домашний блок. Вот так вот. Ну, хорошо, поэкспериментирую. Ну, я подержу где-то с полчасика, потом простерну вручную и попробуем, что получится. Сейчас, кстати, пока я в ванной нахожусь, надо закрыть. Покажу, похвастаюсь. Вот это вот мыло туалетное. Это мне Гуля подарила. Гуля и из Марселя, из Франции. Спасибо тебе большое, Гуля. Я, кстати, недавно его открыла. Ну вот, а такое обалденное. Сейчас я отмыла руки. Обалденное вот это мыло Марсель. Видите, прямо вкусный такой запах, аромат. И вот она сколько мне подарила. Так, 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 так. А, мне, кстати, Гуля подарила еще вот такие вот духи или туалетная вода. Я уже коробочку, правда, выбросила, не помню, что там было написано. Очень нежный, кстати, цветочный вкус. Спасибо тебе, Гуля, большое, потому что когда мы поехали во Францию, елки-палки, я забыла с собой взять духи. И еще говорила мужу, елки-палки, чем мне духариться? И тут как раз открыла Гулин подарок и увидела там вот эти вот этот парфум. Я думаю, ну, блин, ну это что-то с чем-то, это, наверное, судьба. Вот, Гуля, еще спасибо большое, подарила Никите вот такой вот гель для волос. Хорошая фирма, кстати. Вот, и вот это вот мыло. Спасибо тебе большое. Мыло, мыло, мыло. Обалдеть. Так, но это Dove, это не... Это в Италии я покупала. Вот. Вот это вот мыло. Вот это я открыла, взяла первый кусочек. Тут, короче, оранж и орган. Тут, короче, орган и апельсин. Savon de Marseille. Обалденно, вкусный такой запах. Ой, как раз, какая прелесть. Ну вот, и вот это вот еще тоже мыло. Тоже Гуля подарила. Тоже орган. Правда, оно еще закрыто, я его еще не нюхала. Ну, верю, что, конечно, вкусное это мыло. И вот это вот еще то же самое. Тут амант сладкий амант, мандарли, наверное, это миндаль, наверное, амант, я так понимаю, миндаль сладкий и молоко. Привет, я, наверное, следующее вот это мыло попробую. О, классный, спасибо тебе, Гуля, большое. Сейчас я сложу, это мои тут, где что лежало, это здесь лежало, мыло, да, сверху лежало, да. Я делаю все, как было. Да, и здесь эти крема. Сегодня смотрела с утра Света из Мурманска. Она показывала, что купила вот такой вот какой-то такой мешочек для ванны. Я так поняла, для двух каких-то бутылок. Вот. А мне так нравятся вот такие вещи. Даже вот эта вот вещь. Здесь такого не было когда, до приезда, переезда в Италию. А когда мы переехали в Италию, я мужу говорю, так, мне не хватает. Потому что здесь у нас нет никаких полок на ванной.
И поэтому так очень неудобно. Если со шкафа все брать, тоже неудобно. И я говорю, поехали в Икею. Я хотела именно типа такого купить, чтобы на весной, чтобы повесить, как говорится, и ложить сюда шампунь, как говорится, гели для душа, там все такое, там какие-то мочалки. Вот, так что вот такая вот у нас красота. Это вчера, кстати, тоже новинка купила. Я вчера себе новую такую мочалку купила. Там белая, что-то этот ворс убрать. Попробую, что за мочалка. Я еще, конечно, не пробовала, только вчера купила. Потому что я люблю такие, именно чтобы и спину хорошо вот тереть, вот как двумя руками вот по спине. Здесь такая вот немножко грубоватая, классная, класснючая, массирующая. И вот Никите тоже такую губочку новую прикупили, вот это все наши новинки. Так, все, вот такой вот шкафчик у нас тут, стеклянный ванный. И такая я, привет, привет всем, я уже в штанах длинных, бо у нас уже прохладненько. Со своей челночкой. Голову уже не буду сегодня мыть, завтра я иду к бабуле работать, после бабули я уже искупаюсь, голову помою. Я сегодня так, пока.